Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Эдриус. И сегодня мы поиграем в симулятор магнита. Я тут уже супер прокачанный. Армат мне реально очень помог в этом. Знаете почему? Потому что, ребят, он мне отправил кучу пэтов. И за это ему огромное спасибо. Вот реально. Из-за него он мне отправил кучу кодов. И из-за него я просто вот такой вот крутой парень. Смотрите, получил там несколько штук. И я вот уже такой вот. Так, куда нам можно зайти? Нам надо зайти на Луну. Так, это не то. Клашоп, это, ребята, не то. Так, где там был портал? Да, вот портал. Просто заходим сюда, и вот у нас просто теперь можно реально собирать монетки и не париться. Но, ребят, я не пришел за этим. Я вам пришел для того, чтобы показать, в принципе, что тут делать. Симулятор магнита, ребят, я могу даже все поменять и стать реальным нубом. Так, вот это Unequip, это Unequip, это Unequip. Так, Flame Dominus убираем. Это тоже убираем. Кстати, у меня есть тоже шапки есть, но я их тоже как не буду одевать. Меню. Рюкзаки. Берем обычный рюкзак на 15 экип. Так, да-да-да, у меня куча коинов, да-да-да, ребят, я не могу отдохнуть. Так, теперь магниты. Берем самый плохой магнит. Чего? Просто теперь надо нам вот так вот бегать и долго собирать. Но не бойтесь, ребята. Потому что есть один код, который под названием... Знаете, как он называется, ребята? Заходите в меню, коды. И вот первый код. Пишите... Робзи с большой буквы, вот Робзи, и вам дается очень прикольная штука. Вам дается пэт. Сейчас я вам его покажу. У вас вы еще там нубики и вы не знаете, что делать, поэтому берете вы написали этот код, берете, может вам попадется это. Смотрите. С этим пэтом мы начинаем быстрее бежать. И это И смотрите, этот пэт вам помогает очень круто прокачиваться. Если вы наберете Робзи. Ну и с этими крутыми деньгами мы можем идти вот там купить вот такие вот портфели. Ну, в принципе, что вы хотите. Вот этот код, ребята, был самым лучшим. Сейчас я вам его опять же покажу. Вот. Пишу. Вот, ребят, пишите реально этот код. Ну, я его уже написал. Пишите этот, ребята, код. Вот этот Робзи. И вам дадут... И вам может дать вот такой вот пэт. Ну, ребят, а я перехожу к про. В принципе, я же про. И я перехожу к вещам про. Так, берем просто... Мы взяли самый крутой магнит. Ну, не самый крутой, но такой. Крутохный. А поэтому ишь. Вот, ребята, этого я уже не беру. Я беру вот этого вот дракона. Вот этого вот. Доминуса беру. Потом у меня уже 3 пета. Потом я беру... Вот, 1 и 2. Все. Хотя нет, одного можно Unequip. Так. Сейчас мы, в принципе, можем взять... давайте возьмем... Кого взять? Ну, давайте попробуем магнита. Так. Ну, в принципе, теперь мы бегаем... Ну, не так быстро. Ну, нормально, у меня 26 триллионов. Ну. А... Стоп. Стоп. У меня же триллион.
У меня, ребят, реально триллион. Ну, мы купили себе крутые штучки. И обалдеть. А, они не собирают. Как же они быстро собирают. Я их сейчас сдам и посмотрим, сколько нам просто... Не знаю, сколько нам даст. Так, просто соберем мы деньги, и мы... На каком мы месте? На каком мы месте, ребята? А, легко. Сейчас мы зайдем в один портал. Так, вот портал. И нам надо реально... кстати, сделайте ребенка. Ну окей, у нас теперь 7000. А мы быстро соберем. Ха-ха-ха. Так, тут у нас за 350, 4 миллиона. У нас 7000. Тут 15, тут один вообще миллион. Ну давайте за 15, за 7, то есть тысяч зайдем. А тут что, нету за... Деньги? Ой. Не то. Тут что, нету за 7 тысяч? Ну, за 15 тысяч потом зайдем. Ой. А сейчас мы зайдем в розовую. И просто собираем монеты. Давайте выйдем на секунду отсюда и зайдем за 50. Тут огромное число монет, но они нам дают очень мало. Ну, мне, например, дают. Вот, они мне дают... Ну, нормально, но все равно мало. Поэтому, ребята, я хожу в мир за. Вот, в розовый мир. Вот захожу вот сюда и собираю тут монетки. Они мне дают много. Так, просто бежим. Да, они мне дают просто куча. У меня, кстати, открыта на Луне локация. О, я, в принципе, самый... А нет, уже второй. Я на втором месте, а был на первом. А, уже на втором, да, ребят, уже на втором. Какие-то странные. Ну, давайте быстро покопим. Вот так вот просто. Бегаем. Мне нужны деньги. Ну, наверное, я сразу получу несколько там триллионов, квадриллионов. Не знаю. Давайте пока пособираем сами монеточки и... О, а что это за статуя? Ну, я знаю. Ребята, кстати, у меня танцы есть. Не, я не знаю. Я просто собираю монетки. Ребята, напишите в комментариях, какой у вас левел в Mad City. Ребят, кстати, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ребят, а сколько вообще у вас вещей? Ну, не знаю, или там денег. Вот тут вот, в этом симуляторе, в симуляторе магнита. Вот скажите мне, вот сколько? Просто напишите в комментариях. Я, в принципе, покажу вам, где... Найти кейс. Ой, перепрыгнул. Так. Сдаем. И идем в белый портал. Кейсы, ребята, надо ходить по миру и искать. Кстати, давайте купим вот такую вот штучку. Так. Чик. Нет, не можем это. Не можем. О, можем. Так. Мы можем покупать их кучу. Ну, о, мне дали какую-то корону на вход. И мне дали еще куча корон. Давайте посмотрим мои короны. Хэдс. Так. Это что дают? Ага. Это. О-о-о. Какие плохие короны. Так. Это мне. О-о-о. Как это плохо, ребята. Кстати, просто давайте вот экипируем вот эти вот три. Я их обожаю. Не знаю почему, но я их обожаю. И у нас теперь еще больше скорость. Ребят, как я и говорил, кейсы надо искать по обычному миру. В закоулочках, в переулочках. Вот, кстати, вот кейс. Берем его, и мы получаем денежки. Так. А можем сдать еще. Ну, в принципе, как вы поняли, надо вот так вот бегать. Ля-ля-ля. О,
Что это такое? А ну-ка. А, это за робокс, понятно. Так, кейсы тут, наверное, вот тут вот нельзя найти. А вот тут вот можно, тут так посмотреть надо так хорошенечко. Так, а ну-ка, что это за локация? Ну, давайте купим. Ну, понятно, что это за локация. Понятно, понятно. Просто теперь, кстати, давайте купим вот эти вот локации. Ба. Так. Купили. Так. Ну, я, в принципе, очень богатый, поэтому я могу все локации себе купить. Даже вот эту вот лоховскую. Но я не об этом. Кейсы надо искать по этому миру. Они могут находиться, может, тут, не знаю. Может, они вообще могут находиться вот. Аж тут. Вот, кстати, кейс тут находится. И, ребят, я не только копил обычно, я еще копил и с кейсами. Ребят, давайте, ребят, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если вам не понравилось видео, то пишите в комментариях. Нажмите, короче, колокольчик, чтобы он стал серым. И, в принципе, чтобы, ну... чтобы ничего не пропустить. Всем, ребята, пока!